Всем привет! Это лучшая лига мира или первая лига, если совсем по-простому. КамАЗ против Торпедо в городе Нижнекамск. Вот что мы с вами будем наблюдать в ближайшие полтора с небольшим часа. Это заключительный матч пятого тура. Вот действительно наша первая лига так разогналась, что уже такой рубеж отмечает. 31 номер в воротах — Артур Анисимов. 13-й Валерий Почевалин, номер 4-й Артем Абрамов, Артем Гурджан, номер 23-й, не дает вести атакующую игру КамАЗу Торпедо. А вот передача на Понца, выход 1-1, Клумбица, где гол! Очень долго подбирал ногу товарищ. Ну вот мы и увидели в действии этого парня, который оказался под градом критики со стороны футбольного агента Дмитрия Силюка, небезызвестного. Вот тут, ну, дождался Апонса, пока защитник прибежит. Нет, даже не защитник, а просто сам не попал по воротам. Итак, подача, это практически удар по воротам. Ну, так и происходит. Если бы это кто-то из атакующих пробил. На городке разыгрывают торпедовцы. Здорово. И можно подавать. Действительно, удар по воротам. Это неплохо было придумано. Нет, Манелов тут оказался на линии вратарской. Ну, вот недавно был суперкубок английский, где Бернардо Силва смог забить головой. Кстати, из похожей точки. Ну, много, кстати, уже заметных персонажей вышло из того матча. Это атака КамАЗа, удар, штанга! Или это Бабурин вмешался? Вот так опасно еще не было у ворот Торпедо. Ну да, это вратарское, классное, красивое спасение. И снова шанс для удара ищет. Подача. Удар! 1-0! 1-0! 54-я минута. Они сделали это. Артем Абрамов. Вот это КамАЗ выехал буквально из раздевалки на второй тайм. Как будто на Париж-Дакар отправились. Корян. Все выстроились на линии штрафной. Время закончилось, но только судья знает, когда она заканчивается по-настоящему. Подача! Подача! Вверх выигран КамАЗом. Подбор! Удар! И гол! 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 Это Галкин! Пропел свою голевую песню. Даже не хватило эмоций, чтобы порадоваться. Ничья 1-1. Они верны себе. И показывает нам автора забитого мяча за КамАЗ Абрамова, который, конечно же, уже будучи замененным, ждал, чтобы его гол был победным. Но нет. Ну, наверное, первый тайм, вспоминая и сумму впечатления от этой игры, ничья закономерна.